Всем привет! Продолжаем гулять по сюжетам и мифам. Вот сегодня я хочу вам рассказать немножко вкратце о Полифеме. Полифем – это сын Посейдона и Нимфы, один из циклопов. Древние греки представляли себе их могучими, безобразными великанами, у которых было только по одному глазу – во лбу. Полифем всем внушал ужас своим безобразием, но полюбил Галатею. Прекрасная нимфа отвергла его любовь. Конечно, он расстроился. В одной из идиллий древнегреческого поэта Феокрита Полифем говорит: «За что ты меня избегаешь? Верно, за то, что лицо перерезано, брови мохнаты, тянется прямо она, прибольшая от уха до уха. Верно, за глаз мой единый, быть может, за нос плосковатый. Я тебе даже душу отдал бы, даже единый мой глаз, что всего мне милее на свете». Ну, в общем, Галатея не внемлет его просьбам, мольбам. Тогда циклоп, уединившись на высокой горе, изливает свои чувства в жалобных звуках флейты. Единственный глаз Полифема, кстати, позже выжег Одиссей, чтобы выбраться из пещеры циклопа, в которой он оказался во время своих скитаний. Такая грустная история о циклопе Полифеме, который влюбился в Галатею, которая его отвергла. Все, всем пока, всем привет. Посмотрите, вот что я нашел по Полифему, какие картинки в интернете. Пока-пока, до свидания.